Мои прекрасные зрители, вот и пришла эта долгожданная благословенная пора, лето-леточка. И у нас наступил период обедов и завтраков на природе, на открытой террасе. И я подумала, а не приготовит ли мне что-нибудь по-настоящему летнее? Кому интересно, пошли готовить со мной за компанию. Приготовим что-нибудь очень простое и очень-очень летнее. Ну вот, в принципе, все и готово. Овощи получили сочные и хрустящие. Главное их не передержать, чтобы они были альденте.
Мясо а-ля шашлык, очень быстро и брутально обжаренное вместе с маринованным луком. Хотя, пожалуй, не хватает еще пару маленьких штрихов. Вот так. Лето же все-таки у нас. Ну вот, теперь, пожалуй, все. Приятного аппетита и хорошего летнего дня. И вообще, чтобы лето было у всех счастливым, радостным и цветущим.